О том, как создавать воспоминания и сохранять счастливые мгновения, отлично знают супруги Илона и Павел Устюжанины. Наблюдая их за любимым делом, понимаешь, в этой семье все делается сообща. А потому и результат не заставляет себя долго ждать. Несколько лет назад молодожены, наладив общий быт, приступили ко второму пункту семейного плана – развитию совместного дела – фотобизнеса. Огромные желания, целеустремленность и опоры в виде друг друга помогли за относительно небольшой отрезок времени создать и обустроить персональную студию. Сегодня детище, так называют наши герои, декораторский уголок, объект повышенной популярности среди брещан, впрочем, как и сами услуги фотографов. Успех своего семейного бизнеса и одновременно любимого занятия Илона и Павел скромно объясняют – всегда работают в команде. Наверное, не было ни одной съемки, которую мы проводили порознь. Стараемся всегда работать вместе, поэтому это интересно. В первую очередь, во-вторых, это, ну, мы совмещаем много должностей, и фотографы, и декораторы, и бухгалтера, и директора, и муж с женой. И психологи, и воспитатели, да, то есть разные роли. Когда клиент приходит к нам, мы в первую очередь интерьерная фотостудия, то есть когда клиент уже приходит к нам, он, наверное, выбирает наш интерьер, наши декорации, и, соответственно, ну, то есть раз мы работаем только вместе, и как бы... Ну, и наши услуги мы оказываем тоже вместе. В творческой копилке пары несчитанное количество фотосессий разной направленности. И если ранние работы больше затрагивают детскую тематику, то со временем круг персонажей значительно расширился. Сегодня талантливые брещане занимаются самыми разными видами фотосъемок в индивидуальном стиле. Поиском интересных решений пара занимается постоянно. За вдохновением Илона и Павел чаще всего отправляются в семейные путешествия. Очень сложно начинать молодым фотографам, да, молодым фотостудиям без портфолио. И поэтому для нас главной задачей на первых порах было создание, наполнение нашего собственного портфолио. И тут у нас много вообще друзей, да, и нам повезло, у них есть детишки, маленькие детишки, и вот они и стали нашими первыми героями. Съемочек, да. Поэтому отбоев желающих не было. И нам было полезно, и друзьям было приятно. Ну, так, наверное, делают многие начинающие фотографы. Ну, нам повезло. Фотографировать мы учились сами. К счастью, мы можем постоянно друг с другом общаться на тему фотографий, делиться какими-то интересными находками, учиться друг у друга. О любимой работе супруги Илона и Павел рассказывают увлеченно и эмоционально. Сразу видно, эти люди живут своим делом, в буквальном смысле, отдавая ему все силы и вкладывая душу. Об этом красноречиво свидетельствует и та особенная творческая атмосфера, которая царит на рабочем месте, в студии, а также в их доме. Присутствие большого количества фотографий на стенах, по словам пары, действует расслабляюще, а еще заряжает позитивными эмоциями. Я вообще очень люблю фотографии, у меня вместо картин дома всегда висят фотографии, они постоянно меняются, потому что даже когда у тебя самое угрюмое настроение, ты встаешь утром, смотришь на эти яркие снимки, у тебя, ты просто отправляешься во времени в тот момент и понимаешь, что в жизни не все так плохо. Красота рождается из мелочей, таков девиз творческой пары Илоны и Павла Устюжаниных. А потому они всегда стремятся к совершенству, тщательно работают над деталями и учитывают индивидуальные особенности своих клиентов. Именно так, по мнению фотографов, создаются настоящие шедевры. За преданность, любовь к своему делу, отзывчивость и профессионализм герои их многочисленных съемок благодарны людям по ту сторону объектива. Съемка – это наша основная работа, и поэтому нужно постоянно развиваться, как в любом деле, конечно же, нужно постоянно развиваться, и наше не исключение, поэтому мы самокритичные, занимаемся самоанализом, проходим множество мастер-классов и таким образом развиваемся. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.